Здравствуйте всем, я Оксана, и жизнь как она есть. Значит, я на ферме, мы приехали посмотреть, что можно сделать, что можно здесь переоборудовать, чтобы это было пригодным для животных и для людей. Ну, а сейчас подробно немножко расскажу. Значит, в Якутию, простите, лохматый ветер, в Якутию вылетает поисково-спасательная группа, которая будет заниматься поиском раненых животных, вывозиться эти животные будут с мест, где шли пожары. Значит, ссылочку я обязательно скину на Инстаграм Алексея. Дальше я также скину реквизиты. Пусть меня закидают тапками, хоть чем. Кидайте. Дайте я так сяду, наверное. Мне абсолютно все равно. Но я буду просить о помощи. Я оставлю реквизиты целевого счета на помощь животным. Простите, буду говорить, как говорится, как всегда, когда я волнуюсь, я буду говорить сумбурно. Непонятно, потому что мысли все мои путаются. Значит, я про ссылочки сказала, что я все оставлю. Значит, летит команда в Якутию с поддержкой... Ой, видите, у меня вылетело из головы российского общества биологического. Вот. Это волонтеры, это добровольцы, которые будут изыскивать животных, которым нужна помощь, которым можно будет помочь. И так как это общественное движение, оно не поддерживается государством ничем, поэтому требуется финансовая помощь и поддержка. Не только финансовая. Кто чем сможет. И хочу сказать, что это добровольно. Никто никого не заставляет. Если вы хотите помочь, то вы это сделаете. Если нет, ну просто пройдите мимо. Репост сообщи. Также попрошу вас репостить страничку Инстаграма, именно там сообщение Алексея по поводу вот этой поездки. Там все хорошо написано. Я сейчас все это не повторю. Там все хорошо написано. Поэтому прошу вас помочь и поддержать. Значит, зачем я приехала на ферму, я уже вначале сказала. Скорее всего, вот мы предложили вариант нашей фермы, потому что самый ближний к месту, как говорится, в сторону намцев, у нас хорошее расположение. У нас хорошее расположение в том отношении, что от города дальше здесь нет шума и, возможно, передержка каких-то животных. Сейчас, если все-таки база подходит, то мы будем как-то здесь что-то нужно благоустроить, потому что нужна операционная. Это, возможно, мы переделаем ее из гаража. Дальше, ну, будем работать с нашими волонтерами по городу, потому что здесь нужно будет кровати, обустройство все-таки помещения, ориентировочно на 10 человек. Ну, в общем, вот как-то так. Я сама не ожидала, что вот так вот получится. Ну, я всегда готова помочь и прийти, как говорится, на помощь. Ну, если вот такая помощь с нашей стороны устроит, что вот территория, загоны, если нужно будет, мы достроим что-то из загонов еще дополнительно. Ну, будем стараться. Поэтому, пожалуйста, обязательно зайдите на страничку в Инстаграм, которую я прикреплю и в комментариях, и в описании этого видео. Это обязательно сделаю. Если сможете, помогите.
Там будут реквизиты карты. Я уже сказала, что это карта именно целевого сбора для помощи поисково-спасательной группы. Много чего нужно. В Инстаграме все это написано. Ну, я думаю, что все получится. Вы у меня вот такие замечательные, отзывчивые. Вы прекрасно знаете, для себя я никогда просить не буду. Но здесь такая ситуация. И я считаю, что если можно чем-то помочь, ну вот в данной ситуации действительно пострадало очень много животных, ну кого-то можно еще спасти. Поэтому давайте все так дружненько. Вот я вас об этом прошу. Не забудьте про Инстаграм. Обязательно.